На канале «Домашний» состоится премьерный показ мелодраматического сериала украинского производства «Солнечный ноябрь». Как же будет разворачиваться сюжет по сериям? Первая и вторая серии. На глазах у зрителей главная героиня из неуверенной в себе, пассивной и не слишком удачливой девочки превратится в сильную и деятельную личность, энергия которой объединяет и примиряет совершенно разных людей. Пройдя через серьезные испытания, потеряв и вновь обретя любовь в своей жизни, победив страшную болезнь, Нина становится источником надежды и света не только для своей семьи и друзей, но и для всех тех, кто нуждается в ее помощи и поддержке. Третья и четвертая серия. Кириллу все же удается уговорить Нину отправиться с семьей в давно запланированную поездку в США, но по прошествии 5 лет мы понимаем, что из США Нина вернулась к Наталье и сейчас живет в курортном пригороде Юрьеве. Кирилл прилетает на родину открывать свою профессиональную выставку с невесткой Оксаной. Он – перспективный молодой художник, она – его арт-менеджер. Кирилл безуспешно пытается найти Нину, связь с ней прервалась 3 года назад. Нина работает горничной в отеле «Лагуна Крёз», который переходит в управление к сыну владельца, обаятельному шалопаю Мите Ломакину, который с первого взгляда без памяти влюбляется в Нину. Премьера новых серий состоится с 3 августа на канале «Домашний». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.